Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня хочу с вами поговорить быстренько совершенно о вязаных штанах. Вот, о трикотажных штанах. Сейчас они очень популярны, и штаны, и кофты, и все что угодно, и шорты, и кофты, говорю, нет, штаны и шорты. Вот. Была бы помоложе, возможно, бы одела, но факт остается фактом, и вещь очень популярная. Мало того, я оставлю ссылку, девчонки, вот такого плана штаны у меня есть на канале. Подробное видео в трех частях, как считать от детства, вы сможете посчитать на любой раз. Так что, у кого фигура позволяет, пожалуйста, видео есть на вот такие вот штаники. Вот смотрите, шорты с орнаментом, тоже принцип один и тот же, да. То есть по тому же видео вы можете рассчитать, как вязать вот эти шорты, выбрать орнамент какой угодно. И вот смотрите, девчонки, тоже вместе с джемперочком штаники. Вот напишите, что вы об этом думаете. Я, допустим, не знаю, у меня такие двойственные ощущения, но дочка моя говорит, а я бы носила. Вот, поэтому я не знаю, что на это сказать. Вот вязаные штаники, тут просто широкий манжет. Вот здесь вот смотрите, широкие, видите, широкая оверсайз кофта и штаны прям широкие. Видим, обычные спортивные штаны, но только трикотаж. Вот они, девчонки, тоже кашемировые штаны на резинке, обычные, стоят довольно дорого, $150. Толстовка такая к ним. Мало фотографий, к сожалению. Но что есть, то есть. Девчонка в этих штанах лежит. А вот она с толстовкой. Тут у нас шортики прям в комплекте. Смотрите, кардиган и топик, и шортики. И сюда. Вот он, смотрите, какой комплект. А вот поближе. Особой красоты я не вижу, если честно. Вот правда. Ну, хотя, может быть, я ничего не понимаю. Во всяком случае, и эти тоже вы сможете связать потом в мастер-класс. Вот, смотрите, с орнаментом. Всевозможные, я же говорю, всевозможные. Вот обычный джемпер оверсайз и шорты к нему. Ну, на красивые ноги, да с сапогами. Да это ж прелесть, девчонки. Тепло и удобно. Так, ну и тут я уже пошла в поиск. Но тут особо ничего интересного нет. Как я посмотрю, были очень красивый костюм был у Брунелло Кучинелли. Там косами было вязан и джемпер, и штаны. Вот, к сожалению, уже нет, а я не успела сохранить. Если посмотреть по цене, то их проще купить, чем вязать. Если уже очень хочется, за 500 рублей можно купить, сбить оскомину и не морочить себе голову. Ну а вот если нужно деткам на определенный размер, то я думаю, можно и связать. Вот, кстати, из пухонорки. Вот, о, и карман такой, как я вязала. Девчонки, срочно. Вот хотела обычное видео снять, а получилось рекламное моего видео, которое я еще летом снимала. Ну, по вашим просьбам. И карман у меня там такой. Девчонки, а вот это вот из пухонорки. Смотрите, 12 500. Вот это стоит, наверное, связать. И, кстати, из пухонорки будет шикарно. Вот мой вердикт. Вот эти будут и тепленькие, и красивенькие. Все, девчонки, жду ваших мнений. Вот вы мне, пожалуйста, напишите ваше мнение, что вы об этом всем думаете. Все. А с вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока.